Наконец-то, пацаны, вы дождались. Это серия по открытию гаражей на Радмир МТА. Сегодня вместе с вами мы поговорим, как же мы взломали гаражи, о глобальном вот этом баге. Откроем пару контейнеров, выбьем штору, ну все как бы в лучших традициях. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра. С тебя лайк, подписка, и мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если ты еще не играл на этом сервере, то вводи мой промокод при регистрации и получай 20 тысяч долларов при достижении 3 уровня. Ну что, пацаны, давайте сначала поговорим о баге, а потом уже перейдем к открытию самих гаражей. Знаешь что, сижу я как бы дома, и 15 сентября мне приходит сообщение «Посмотри видосы», и скидывают мне 3 вот этих видоса. Это записывать видели, надо, брат. А? Это записывать надо. Чтобы его сняли нахуй. О, грецкий. Ебать, там самолет, хуя прикольно. Он еще. Ебать, он ебать. Грек! Он еще выше самолет спавнит. Дура. Арбуз. Ебать, мне выхер! Кто открыл? Кто открыл? Флаги? М4. Класс. Да, легендарная хуйня. Сука, мне его звонят. Порш. Куда он хуярит? Сейчас если бомбёжки упадёт, ой, блядь. Не ты один! А где че? Пожить. Давай, запишу, если Порш. Сука, фантом. С этих видосов мы можем понять, что гаражи каким-то образом забагались и длились до 9:30 вечера. В этот же момент администрация летела на гидре, не давала никому открывать, чтобы не портить всю экономику сервера, потому что могли выпадать эксы, поршаки, по миллионам, по куча шторпа выпадать, и они специально с гидры стреляли, чтобы не открывали гаражи. Я, если честно, вообще понятия не имею, как это могло произойти. Либо это какой-то сбой в дата-центре, или сбой какой-то на сервере. Вряд ли админы управляют системой вот этих гаражей. Я очень сомневаюсь. Это какой-то глобальный сбой, либо там кто-то что-то кодил, добавлял и что-то забыл поменять, не знаю. Ну, короче, это очень угарная херня. Очень жалко, что меня не было тогда, но надеюсь, пацаны что-то выбили. Но по предварителям данным они там ничего не выбили. Ну что, пацаны, спустя 2 месяца, последний раз на гаражи я приходил 13 июля и открыл пару гаражей для видоса. Вот, а перед этим я уже не помню, когда открывал, и сегодня у нас прям очень жесткая серия по гаражам. Сегодня мы будем открывать и синие, и зеленые, и голубые, и эксы, все будем открывать. Ну, если нам, конечно, дадут. Короче, не буду затягивать, погнали. Я вам где? Я вам топ. Долбоёб, блядь, заебал. Я. Сейчас я. Шляки. Опа. Шляки. Свали отсюда. Капец. Первый контейнер в этой ролике, в этом ролике. У нас тут выгодно. О, ебать, Марк! На стол пойду поставлю. Ты забрал или нет? Эбу, радар, рек. Говно. Давай убакла. Какое говно. Давай я открою по приколу. Надо же контент записать. X5, да? Нихуя! Все нихуя X2 будет. Блять, понял, тут стробы и рек подвеска. Тихо, в часть ламбы хаваю микрофон. Не, ламбу заберу. Так! Нихера! О, ебать! Нихуя. Можешь поставить 75? Давай 75 по приколу поставлю. Я еще этот не открывал. Посрать вообще. Давай банан на шторе. R7. Кстати, а, еще, блядь, его понизили. Блядь, что за прикол? Что за все на орех подвески? Блядь, что за пипец? Ладно, продаем гос. Значит, блин, потом паш, потом. Ебать. А чё она сверху? Бля, а чё она сверху?
А сколько мне на бизнесе денег? 147 тысяч 80. Понял, можно крутить сегодня, да, все. Я не знаю, что-то я хочу выбить штору из зеленого. Это реально? Но это сложно. Мне кажется, хватит с меня этих разговоров, этих песенок, уже наснимал. Ой, ебать, Раптор, говно. 48 тысяч. Клоунский, пневмо, радар-детектор. Блять, ну почему нету без ключа, без всякой херни? Я открываю самый неликвидный, я красавчик. А не, блядь, здесь говно сейчас выпадет, отвечаю, потому что хурик перед этим выпал. Бля. М8, ну говно, ну не прям таки говно. Блядь, ну почему он так близко? Сигнал поезда. О, без ключ, кстати, без ключ заберем. Это 15 тысяч или сколько, я там не помню уж. Сколько мне места? Еще два места, окей. Откроем еще это говно за 75-750. Ладно, не откроем. Ну, бля, ну три Авентадора подряд не может же быть, да? Может быть, может и 8 быть подряд, поверь. Ярик уже открывал. Да? По-моему, подряд падал, да. Нихуя. Ну, это четвертый. Мне кажется, здесь что-то Rolls-Royce-овское. Обидно было, реально. Я же говорил, Rolls-Royce-овское. Блядь, ты меня сбил, сука, своими 8 Rolls-Royce-ами. Фу, блядь, Авентадорами. Блядь, 8 Авентадоров это очень жестко. Давай. Да, блядь, ну какая RX-7, ну ты же гонишь. 10 тысяч. Клоунский ЭБУ радар. Я в шоке. Я в тильте. Ни одной пневмы сегодня не выпало. Ни одной. Малой, дай малому. Малой, дай малому. Давай, что-то нормальное. Блять, какой фиолетовый, какой фиолетовый. ЭБУ. Просто пиздец. Я сегодня слил уже 300 тысяч. На ровном месте. Это самый говняный день для открытия гаражей. Конечно, если бы мне дали СС Широн, я бы окупился, но мне не дали. Давай две нахуй на шторе, по-братски. Блять, давай... Да ну нахуй. Нахер я зеленый открываю. Не знаю. Буду верить, что выпадет. Ладно, похуй. Пусть будет. Я хотел выйти. Я надеюсь, на шторе что-то. Опа. Новая тачка, хоть на этом спасибо. 60 тысяч. Блять, нихуя нет. Пиздец. Я жду штору, блять. Как раньше, летом, в прошлом году, или осенью в прошлом году. Разор, Талибас. Он просто вылавливал по 3 шторы за раз. Там еще. Коноплянка, открывал вот эти средние, я не открывал, он вылавливал по 3 шторы, там, на банане, на еще какой-то херни. О, М4, я заберу, чисто прокатиться. Блядь, она так херню стоит. Блядь, ну ни одной пневмы, ну что это за день? Ладно, я заберу, и не забирать, или заберу, или не забирать. Ладно, я заберу, я чисто хочу прокатиться. Я жду с этого штору, блядь. Хотя мне же штора уже так не поможет, это капец. Шторы это два контейнера купит. Я сегодня столько сел, мне надо 3 шторы выбить. О, R6, а мне еще не было. 63. Нихера, просто нихера. Не, R6 я продам, потому что мне надо еще одно место. Вдруг я что-то еще открою. Последний раз ставлю. Все, теперь точно. Пока. А, это последний кейс. Да не, не выпадет. Будет гелик. Гелик будет, смотри. Или Панама. Гелик или Панама. Эль, папа. Понял. Ну, гели. На сигнале поезда. Спасибо. Спасибо. Давай! Что будет, если он сейчас выйдет с этого гаража, да? И я выйду. А он не будет, да? Он специально до последней секунды ждет. Ну, окей. Я просто... Я не буду его открывать, я просто выйду в конце. Посмотрим на его реакцию. 14. Думает, он хитер? Нет. Вы скажете, а какой прикол тебе открывать? Ну, я хотел открыть, теперь не буду. Блять, как он на тоненького играет? А давай я просто пропущу. А, похуй. Давай. Винашка, на шторе. Да! Ебать! А я выйти хотел, и штора, и пневма. Недаром ждал. Недаром ждал, хотя бы какую-то часть окупил. Ой, какую я купил, блин, хотя бы минус меньше. Как жалко, что она только в конце. Кто бы что ни говорил, а вот из последнего штору выбить, это реально, потому что это
Не, моя вторая, потому что есть 60, вроде выбил на шторе, да. И выбил 12 на шторе. Но я видел, как много раз щилы с последних именно шторы выбивали, и я отдавал много раз, потому что ну, там ценник дикий был. А зачем я торможу, когда у меня шторы есть? Нет, никто не сказал. Короче, мне интересно сейчас будет, сколько я же все-таки денег слил всего. У меня было 12 400 или 12 500, да? Я надеюсь, не больше, потому что если у меня было там по 3 ляма, и меня бомбадет. Так, 54 тысячи, уже давно не сливало, так. Блять, штрафы. Так, М8 на базу. Главное не слить ту тачку, которая у меня есть. А то я уже забыл, что у меня в 10, а в 90 здесь есть. 102 тысячи. Ой, 102. Ну, в принципе, плюс-минус еще пойдет. ГТР нет. Хурик. Жалко, что хурик не на шторе. Как все хорошо начиналось. 3 тысячи. 132 тысячи 12. Если честно, пацаны, я не знаю, я ушел. Да не, я в минус ушел, какой в плюс? Вот только на сколько? 1200, я думаю, в минусе. Но вы по-любому это видите. Внизу справа или где там пишется. Поэтому как-то на сегодня так. А может завтра даже зайду и подкрываю еще. Не слишком много флаки? Не, 1, 2, 3, 4. Расчет флаки окончен. 153 тысячи, первый контейнер. Дадут мне открыть? Пожалуйста, только не X5. Пойдем 8. Вы на шторе. Это, по-моему, оригинальный. Блять, это ты понимаешь, да? Ну, пнема, кстати, пусть будет. Заберу. Просто какие две заглушки. За 10 тысяч спасибо, этому за 3, а мне за 10. Но если шторы, я, в принципе, не обижусь. Бля, я открою мне... Блядь, идите нахуй, просто. Просто идите нахуй. Даже за 25 открою, ничего себе. Блять, Хонда. А сегодня что-то окуп выйдет? Какой-то В-класс, ГТР, Мустанг, не? Я хз как... Бля, пиздец. Еще такое говно, блять. Лучше бы слива или супра выпала, блядь. Так, второй контейнер за 25. Давай нормально. Бля, даже одинакового цвета, вы что, гоните? Говно. Конечно. Блять, они тут что, понерфили какую-то систему? Это раньше лут был попизже. Раньше больше внутрянки выпадало, уже второй день хожу на эти гаражи, и выпадает какое-то говно. Давай 34-й Skyline, либо крузер. 200-ку. Блять, GTA. Ну, мне нравится, что мы по повышениям пошли, ну хотя бы без ключ, и это в ноль уводит эту тачку, так что нормально. И было раз 8 минуса только что на этом. Блять, чё нахуй за прикол? Опять М8? Опять на бесключе? Ну, спасибо хотя бы на этом. И вчера была М8 на бесключе. Ну, окуп должен быть отсюда, блять. А Тарибас перебьет, смотри. Чекай. А я ему не дам, вот так возьму и не дам. Вот если за 158 поставят, вот я возьму и не дам. А он не поставит, потому что знает, что я не перебью и могу идти. А я не дам, потому что здесь окуп стоит. Я прям вот реально знаю, здесь стоит... Астон Мартин. Ладно, блять, СВА. Ну, СВА-то на шторе, конечно. Блять, серьезно? Говно. Так, сегодня у нас урожай не так, как бы, как вчера. Наловили мы М8, 3 штуки. И вчера 2 штуки, прям капец. 699 номера, ТВА, 102 тысячи, бац. Блять, штрафы, ну ее просто опять. Вторая, вах, 144. Кстати, хотя бы 2 цифры попадают. Ну говно, я столько них слил, типа по 40 тысяч на каждой. АМК-474, реально, везде зеркалки. Единственная тачка, которая ушла плюс-минус в ноль, вот эта ГТ-шка, даже на 200 баксов плюс. Все. Ну что, пацаны, давайте подведем маленький итог по этой серии. Как вы видели в начале ролика, аукцион гаражей как-то багнул. Было достаточно весело. Жаль, что меня там не было. Насчет второго дня. Второй и третий день я открывал гаражи. Выбил одну штору, куча без ключей. Пневма мне почти не попадалось. Но вообще, очень часто я уходил в минус. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году выпадало намного лучше, намного больше, чем сейчас. Может, они его понерфили, когда добавляли Porsche и новый Bugatti в эти контейнеры. Если честно, я не знаю.
А если подводить итоги за этих два дня, то я вселил целых 288 677 тысяч. Короче, давайте угрулим 300к. Ну, 300к я вообще очень давно не уходил в минус. Ну что, а я надеюсь, тебе этот видос понравился. Обязательно нажми на лайк, давайте, если здесь наберется 100 лайков, то в следующей серии мы пойдем и откроем еще парочку гаражей. Сделаем большую-большую серию. Или попытаемся выбить Porsche. Обязательно пиши об этом в комментариях, хочешь ты еще одну серию по гаражам или нет. Подпишись на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.